Друзья, с вами на канале Твой Игровой Угадайте Кто. Рус Денис, Ящер Фил. Да. И у нас сегодня битва Берсерк, русы против ящеров на нашем столе. Это, друзья, отдельный набор, который создан на основе классического Берсерка по популярному нынче мему игре «Русы против ящеров». Вот. Собственно говоря, карточки из этого набора никак, никоим образом в классический Берсерк играть не могут. Просто здесь две готовые колоды, которыми вы можете поиграть. И также бустерочек здесь положили «Войны стихий» самого первого сета перезапущенной классики. Друзья, эту и многие другие настольные игры, а также аксессуары к ним, а это кубики, мешочки для жетонов, органайзеры, протекторы для карт всех размеров, я рекомендую покупать по нашим ссылкам в описании, в магазине Hobby Games. Этим вы помогаете каналу «Твой игровой в развитии». А сейчас приятного просмотра. Поехали. 5. Так, 6. Нифига ты, блин, бросаешь. Давай. Так, я первый. Хорошо. Сдаем с 30 по 15, набираем отряды. Друзья, ну правила Берсерка классического мы рассказывать не будем. Во-первых, смотрите видео правила на канале Board Games Video. Можете посмотреть наши стримы по Берсерку классическому. Сейчас мы составляем отряды, сдали по 15 карт, из которых первый игрок набирает на... Да, я возьму калькулятор тоже. На 24 и 22, я, соответственно, на 25 и 23 золотых. Пользуемся переложением Berserk Helper TCG. Так, ну что, с кого начнем? Ну давай с тебя, с меня. Да. Смотри, зеленый змей за четверочку золотую имеет регенерацию 1. Ну, я для зрителей. Регенерацию 1 имеет при обычном ударе по зеленому змею атакованный рус получает отравление. И когда рус уничтожает зеленого змея, он не открывается в свой следующий ход. Ага. Убил его, не открываешься. Ну, как-то будем отмечать. Долбоящер, регенерация 2. Минус... А, ну, про атаки там из жизни 9 у него. То есть не очень такой сильный. Долбоящер, регенерация 2 за серебряную тройку. У него минус 1 от... горных. Простых ударов горных. Ага. Да, русов не лесных. Вот, регенерация 2, так, в принципе, ничего особенного, это такое вообще, вот, 2 у меня вот таких юнита. Гнида песчаная, вот этот товарищ поинтереснее, имеет опыт в защите, жизни у него 10, ходит на 2, стоящие рядом русы имеют минус 1 к броскам кубика. Подлый ящерский бросок песком в глаза. Вот, ящер-втащер за 5, имеет опыт как в атаке, так в защите, и после нападения простым ударом не закрывается. Босс Драчешуй. Вот, собственно говоря, мой основной юнит. У него 3 брони, 15 жизней, атака 3-4-5. Плюс 1 к движению, пока у вас есть 2 ящера с одинаковым названием. Ну, собственно, вот долбоящеры. Ага. 2 у меня. То есть его свойство работает, пока оба они живы. В конце хода русов получает плюс 1 к обычному удару до конца хода ящеров за каждую единицу оставшейся у босса Драчешуя брони. Бронировали! Ага, понял. Вот, ящер-копейщик имеет атаку через ряд на 1-2-2, и при атаке через ряд может переместиться на клетку перед собой, при этом атакованный получает отравление. Ну, то есть, если он... через пустой. Через, ну, да, если вот так вот он, типа, делает атаку через ряд, он может еще подойти и отравление накинуть. Ага. Ящер-жадюга. Плюс 1 к метанию по русам с горением или отравлением. Метание рычага на 1-2-2, дальность 4. При гибели он еще и камушком кидает. Ну, просто такой стрелковый обычный юнит. Третий ряд пока не открываю. Там тоже товарищи интересные. Все, понял тебя. Смотри, у меня Радислав Багиров, он при атаке получает фишку. Две фишки и поворот, 3 или менее разряда на 2-3-4, дальность 3, только по разным ящерам. Два раза поатаковал, в третьем ходу шарахнет. Закидывает нормально. Чересломор. Когда ящер нападает на руса и не наносит ему ран, этот ящер получает горение. Чешущий поджигает жопу. Поджигает жопу, ну, чересло, да. Да, да. Он такой, у него опыт защиты, он классный. Диамид души змей. У него направленный удар. Так.
Опыт в атаке. Защитника, да. Значит, ага. При сильном ударе воздействие богатырский захват. Атакованный ящер закрывается и не открывается в свой следующий ход. Не вырубает, короче, он на ход, понятно. Да, он его душит. Угу. Защитник тайги за троечку такой пиздюк. У него 8 жизней всего, зато есть одна броня. Угу. Плюс-то плюс один у него к удару по болотным ящерам. То есть, по болотным, он... это по вот болотным. По этим. Да, угу. Да, вот они у тебя хорошо стоят. Страж Гипербореи, вот это классный чувак. У него удар через ряд на 2-3-4. При угу. ударе через ряд, через вашего закрытого руса, воздействие Гойда, открыть этого руса, он не может действовать в этот ход. Он на защиту его ставит. Да, угу, он угу. будет его открывать. Действовать не может, но будет. Да. Угу. Святослав Водохлёб. У него воздействие есть, чарка байкальского диса. Излечить руса на 2, он теряет все горение и отравление. Такой. Mm-hmm. Ну, хилер. Хилер. Три лучника тывы. У них плюс один к выстрелу, пока не перемещались. Стреляет на 1-2-2, дальность 4. С места будет на 2-3-3. Понятно, там лучники все на три лучники. В тылу сидят. Гаврила Большое Гузно. Тоже попрыгун. Да, попрыгун, да. Он прыгает дальность 3, при прыжке особый удар гузном на X, где X дальность, на которую совершил прыжок. Пузом долбит всех, короче. Пузодолб, пузо. Да. Он такой пузодолб. Ну давай. Особый удар, он безответный и направленный. Угу. Напоминаю. Да. Ну давай, изобрази нам, рус. Так. Ну что? Так, вот эта гнида песчаная мне очень сильно не нравится. Да, ослабляю. Поэтому... И смотри, Всеслав, что из этого ящера уже песок сыпется. Поэтому Диамид пойдет вот сюда. Так. Просто пойдет пока. Ну, Гаврила... Минусы не получать. Так, ладно, подожди, нет. Давай так. Защиты от выстрелов нет? Нет. От выстрелов нет. Первый лучник. Раз, два, три. Стреляет в него. Давай. Ух три. Ты гад! Ты что творишь? Второй лучник. Раз, два, три, четыре. Ой, туда же. Это двоечка. Это пять. Угу. Этот, к сожалению, не достреливает. Но мы пока подождем. Другим может. Так, итого у него осталось 5. Половину снял своим, блин. Ну там сильный, да, выстрел был. Песчаная гнида. Нормально ты ему песок вытрусил из него. К тайге единичку. Раз, два, три, четыре. Ну давай, пошел. Раз, два, три, четыре. Туда же. Да, но ну, как он 2. Двигался. Два. Один, два, два. Шесть, это двойка. Вот теперь можно играть. А что у него при движении не срабатывает? А, плюс один к выстрелу у него нету. Нету. Так два, три, три было бы. Да, да, да. Блин, чё, две шестерки, блин, из трех бросков. Ну, у него что средний, что сильный. Это понятно. Поэтому. Так, осталось у него три хпшечки. Да. В принципе, можно попробовать его стражем добить. Можно. Вот. А можно и не можно. Но минус будет. А, этим в смысле. Угу. Там есть еще один план. Так, мне нужно ему внести хотя бы однерочку, правильно? Угу. Правильно. Поэтому Радислав пошел сюда, защитник пришел сюда, бьет в гниду. Давай. Защищайтесь. Судишь. А, это же такое. Так, подожди, 4. Кстати. А, ну в тащера на защиту ставить нет смысла. У него опыт в защите. Тыдыщ. 5. Я тебе слабый. 1. У меня 4? 1. У тебя 5. На 1 разница. Тут не важно. 1-1. Это слабый промах. Тебе слабый. 1. Все, отлично. Вот это нам и надо было. Теперь смотри.
Диамид пришел сюда, угу. Гаврила прыгнул на раз, два, добил. Уф. Особым ударом. Добил. Но он закрывается? Нет. При прыжке особо. Просто удар. Он тебя жопой придавил и все. Охренеть. Он еще бить будет. Так. Все, эту мерзость убрали. Ну там мерзость вон там, но я до нее достать не могу, поэтому пока разбираем другие мерзости. Так, защитника тайги надо открывать. Потому что ящер втащит после нападения не закрывается. А, да, это такой. После простого удара. Это такой засранец. Ну, если он просто будет бить и защищат потом. Я понял, Радислав Багиров в ящер втащер. Это горный, да? При атаке получает фишечку. Ему сразу фишечку. Ты там выбирай, кем ты там будешь защищаться, не защищаться. Да, ящер втащер сам, у него опыт в защите. Давай. Опла. 6. Неплохо. На 5 ты мне средний, по больше идее. Больше да. Отражающий. 5+. Промах тебе средний. Средний 4. Это 4. Окей. Вот это неплохо. Вот это хорошо отхватил. Так, теперь страж Гипербореи пришел сюда. Удар через ряд на 2.34. Этот раз открылся. Но атаковать уже не может. Не может. Ему и не надо. 2. Ему надо, главное, открыться, но все остальное фигня. Так. Диамид. Диамант. Три, четыре, минус один от горных. Ага, по долбоящеру нет смысла валить. Диамид сюда. У него направленный удар. И опыт в атаке. Защищайтесь. Смотри, получишь отравление. При ударе по зеленому змею. Атаковавший рус получает отравление. Без проблем. Давай. У меня 5, у тебя 3. На 1 превысил. На 2. А, на 2. Средний слабый. Все. Либо слабый промах. Ну, слабый промах, естественно. 3 мне отравление. Тебе... 3, да? 3. Окей. Ну, и это, чтобы не терял свои этот... Хлоп излечил его от отравления. А, не, подожди, там на 2 можно излечить. Пускай отравление сидит. Вот здесь чарка байкас воды излечить руса просто. Неважно где. Тут на 2 полечил. Вот, теперь все, ходи. Так, ну замечательно. Регенерация. Угу. Так, так. У этого сохранилось 3 брони, поэтому у него сейчас +3 к простому удару. Рассказываю. Здесь у меня Лизард-Визард. У него разряд дальностью 5 на 1-2-2. При разряде атакованный получает горение. Угу. Здесь ящер-яйцеклад. Он может совершить метание тухлого яйца на 1, дальность 4. При этом получает фишку. За 2 фишки поворачивается. Воздействие кладка вызывает ящера стоимостью 3 на соседнюю клетку. Понятно, призыватель. Да. Философ-ящер — это такой подстраховщик, у него за поворот заклинание «бить», он открывает ящера, промахнувшегося простым ударом в этот ход, он может атаковать и двигаться снова. И есть заклинание «не бить», выбранный рус получает -1 к простому удару до конца своего хода. Ага, понял. Вот такие у меня, собственно, маги-чародеи. Ну давай, делай так, что-нибудь. Ну смотри, что мы делаем? Мы делаем атаку через ряд ящером-копейщиком по Чересломору. Давай. Этого я и ожидал, но ну, что тут делать? На этого надо было уносить. Ну, поскольку ты этого убил, этого как этого не делать, это грешно. Конечно, как бы. Конечно. Ну, на 1, окей. 1, и подхожу, и сюда яд. Окей. Так. Так, теперь. Петель. Будем делать следующее. Числомора будем твоего контрапупить.
Смотри. Долбоящер вот этот. Ага. Атака по закрытому объявляется. Нет. Встаешь на защиту. Конечно. Давай. Да что ты... Ну ладно, окей. У меня броня. 1-1, ты мне слабый. Броню снял. Окей. Угу. Ну ладно, что он закрылся. Нападающий слабый, да, все правильно. Угу. Да, ему еще сломурчик один. Сейчас уже это, проклял его на единицы. Я же сейчас прочистить. Давай, вот так. Ага. Вот этот долбоящер сюда бьет. Минус один по отгорных русов. Этот долбоящер сюда. Ну, это типа, если его будут бить. Пусть да, это сюда. Пусть бьет сюда. Да, бей. Угу. Давай. По закрытой. Хорошо. Три по закрытой, это... Это не туда ты смотришь. Слабый. Да. Блин, один. Ну, а ящер жадюга метает. У него плюс один по русам с горением или отравлением. Питание рычага на 1, 2, 2, дальность 4. Ну, 4 здесь есть. Поехали. Есть. Плюс один. Да что ты будешь делать? Это 2. Ну, один и плюс один. Слабый, блин. Ну, в смысле, единичка и плюс один за то, что у него отравление, правильно? Да. Защитника тайги броню я снял, да, это у него 8. Понятно, ты хочешь этим защищаться от драчешуя. Естественно. Зачем он там стоит? Опыт в защите. Ты меня хотел байтануть, не получилось. Ну хотел, да. Да ну зачем? У него 1-2-2 так пусть бьет. Ради бога. Он так маленький ущерб, но колобка украл. Ну реально колобка украл. Ну что это такое? Так, ну ладненько, чё, давай. В принципе... Ну я ещё втащер числомора бьёт. Давай. Пусть бьёт. Защищайся. Он не закрывается. Хорошо. Да ёп! 7. КЛМНЭ! Это на 5 тебе средний. Средний тебе. Какой средний? 3? Это тебе средний. 3 и еще горение. А, ну у меня, подожди, у меня 3. Почему 3? Потому что у него опыт в атаке. Так, тогда у меня 7, 3 это 7, 4. 3 на 7, разница 4. Слабый средний. Можешь это. Либо спуститься... Это если я больше выкинул, я могу спуститься. Ага. А так слабый средний. Ты мне слабый. А, подожди, я могу тогда, я тогда могу спуститься. Больше выбросил отражающий. Тогда я могу спуститься. Ты не можешь спускаться. Это если только у нападающего такое преимущество. Смотри. Атака по открытому существу. Атакующее существо считается нападающим. Посчитайте разницу. Игрок с большим результатом броска может свести результат боя. Да, да, все, извини. С большим игрок. Тогда я тебе слабый. Это двоечка. Ну давай. И горение жопы тебе, потому что ты не нанес мне урона. Гори. Блин, он же не закрывается, да, после атаки. Блин. Так говорит, ящера промахнувшегося в этот ход. Ладно, погнали, чё. Не все ж мне промахиваться. Давай. В Чесломора. В Чесломора? Угу. Не, давай говорилкой. Ну, давай. Да ты чё делаешь вообще? 7. У тебя 2. Это на 5, тебе средний 2. И горение жопы. Он промахнулся, да, получается? Да. Слабый промах. Сколько мне? 2? Почему слабый промах? Объясни мне. Смотри. Ты мне сколько? У меня 7. 7. У тебя 2. Разница в 5. Я тебе средний. Да, а я промахнулся. Да, поэтому тебе 2. Ну, 2, в смысле, мы броню снимаем.
Да, хорошо. И горение. И горение жопы. Да. Вот. Замечательно. Ты закрылся, а теперь работает филосо-ящер. Ага. Открыть ящера, промахнувшегося простым ударом в этот ход, он может атаковать и двигаться снова. А вот теперь по закрытому чресломору. У него плюс 3. По закрытому чресломору он открыт. А, блин, он открыт. Это ж все, все верно, да. Но теперь мне не помешает ничто побить чресломора, либо которого под защите. Там 13. 15, 13. Да, давай, в чресломора теперь еще раз. Еще разочек. Вот сюда? Угу. Ну, давай. На! А, ну вот. Вот. У меня 2, у тебя 3, ты мне слабый. Разница в 1. Слабый промах, но 6. Слабый у меня плюс 3, 6. Да. Так, закрываться, не закрываться. Блин, жопу ты мне, конечно, поджарил нормально. Подожди, броню ему так и сняли. Да, это не броня, это просто три к удару. А, угу. Броня у него на карточке нарисован. Одна броня у него еще. Так, ну давай что, тухлыми яйцами теперь покидаемся. Раз, два, три, четыре. Горение — это воздействие. Да, то есть броня не спасает от горения. Так, мы можем еще... Просто ран. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел ящер погулять. Типа того. А что он там хилит? Два. Излечить на 2. Блин, это круто. Да. И все там отравления, шматравления. Все. Угу. Не знаю, кого ты будешь лечить. Вот этого, если я его раню. Подожгу. Все зависит от того, кого ты там мочить будешь, я ж откуда знаю. Да если ты его подожгешь, он, огонь и так уйдет. Давай мы тогда сделаем следующее. Раз, два, три, четыре. В него. Разряд, дальность 5. При разряде атакованный получает горение. Хорошо, давай. Да что ты будешь один. И тухлым яйцом туда же. Раз, два, три, четыре. Для этого надо подойти, да. Угу. Там через рядники. А, ну это подставлять его под лучников. Лучников 4 дальность. 4. Угу. Да, херня, война. Я понял, тебя надо максимально поджигать и отравлять разных. Таня, тухлого яйца на 1. Да похрен. Сюда метнем. Тухлое яичко. Ну вон, лежит твое тухлое яичко. 1. 3, 1. Подожди, метание тухлого яйца на 1. Зачем ты кубик кинул? Просто 1. А, да, не знаю. 1 и фишка. Так. Эти лучники мне пипец как не нравятся. Ну, а что с ними делать? Да нормальные, ну что? Ну, что ты сразу начинаешь? Хорошие же лучники. А, давай он сюда проатакует. Ну, давай. О! 2. Там, где не надо. Да, не говори. Там, вот там шестерки падают. Ну все, ходи. Да, вот тут нужна была шестерка. Угу. Так, разворачиваемся. Горение жопы. Получил 1. Что тут? Угу. И этот. Подожди, этот от яда получил. Тинс. Угу. Так, босс твой закрыт, да? Замечательно. Закрыт. Ну, 3 брони имеет. Ну, 3 брони это... Это не так сильно, как кажется. Не, ну если бы не босс, он ты чесломора бы я у тебя не разобрал. Это да. Конечно, больше урона бы не узнать, 10-9. Так, там на поле у меня 7 урона, здесь... Слушай, да, не, примерно...
Так. Поровну примерно. Дружище мой. Сюда этот подходить не будет. Ну, поехали, что разбирать. Ну, поехали. Надо хотя бы 3 брони ему снять, чтобы у него не было плюс 3 к удару. Так. Тут что у меня с дальностью 1, тут 1, тут дальность 2. Так, ну броню твою мы раздавим жопой, поэтому раз, два, три, прыжок, броню снял. Ну, да, только это не броня. Ну, хорошо, окей. Три брони. Его тоже не будет, 3 брони снял. Да, этого уже не будет. Теперь, ну поехали, Светозар, слиняй пока отсюда, мешаешь. Диамид пришел сюда. Диамид, голова болит. Бьет по боссу. 4 это 3. Средний. Раз, два. Удар через ряд туда же. Да ты что делаешь, сильный? Это 4. Это 4 открылся. Насилие какое-то. Да подожди, еще не насилие. Да в смысле 7. Сходу. Половину хп. Ну, у меня так, у меня отряд поставлен, так что, короче. Так, а и однёрочка, да, там. Так, ну давай, тут так понятно. Светозар, вот это все лечит давно. Тут надо скукоживаться. Этот пришел сюда, этот пришел сюда. Лучники пока стоят. У меня еще есть вот тот пацан. Гаврилянтус. Так. Ладно, поехали. Вот этот лучник. Раз, два, три, четыре. Вот в этого. 5 это средний. Это двойка, ну нормально, 3. У него же плюс 1. Он не двигался. 3. Это 10. Осталось 5. Мелочи жизни. Осталось 5. Ну, он от горения. 4 по факту. От горения еще отъедет. 4. Раз, два, три. Не надо, если сюда пойдет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть кто-то один из них. Ну тогда вот этот. Этот подойдет. Раз, два, три, четыре. Туда же. Давай. 1, 2, 2, 2. Ой, как у меня жопа от твоих бросков горит. Давай кубиками поменяемся. Ты берешь, бросаешь и те, какая разница? 2, этот не достает. Осталось 2 ему нанести. Ну, по спакту, да. Этот не достреливает. Ну, диамида. Не знаю. Направленный удар. А, ну, у меня там он уже не может. Он уже атаковал. Да, его да, этот да. Развернул. Защитником, что, средненький нанесешь, да и все. А если не несу, у меня есть Гаврила. Какой Гаврила? Тут стоит. А, ну да. Там. Да не, босс отъехал уже в любом случае. 3, 4, 5. Защитника. Давай, Гаврила, попробуем.
Давай не подведем. Пошел ты есть. Нахрен! Вот есть. Просто встал и вышел отсюда. Да это не решало. Ну, типа, ну, 6, окей, у него все равно 2. Все, он умирает. Еще раз. 9, 10, 14. Все, умирает. Замечательно. Да, ну там даже если бы ты средний кинул. Да, я же говорю, это типа то, что шестерка, она падает атака. Вот, вот сейчас этим буду бить, фиг что выпадет. Понимаешь? Не, ну основную ты сделал как бы задачу на этот ход. Моя задача будет твоего вот этого пузодавца давить. Ну давай, ящер, говнящер, что, давай драться. А, давай. То что ты там стоишь? Отдых... Семь у меня. У меня 6, у тебя на один больше, тебе слабый 3. Слабый промах. Тебе 3. В смысле, отражающий больше выбросил. Ну, читай. А, там, да, слабый промах. Тут, не, когда единичка, неважно, кто больше выбросил, атакующий бьет. Трешечка тебе. Да с ума сойти. И мне пипочку. Вторую. Сейчас он будет насыпать, ну, да? Ну, не сейчас. Ну, следующий ход. Так, сколько у тебя там осталось? Этому? Да. Это 4, 7, 3, 3. Давай попробуем. Лучник туда. 6. 3. Слабый. Это двоечка. Одного не хватило. Так от горения. А, все тогда, он умер. Замечательно. Ну, ходи. Да, что это ГГ, в принципе. Отъехал. И вот этот тоже отъехал. Это все, это как бы два основных моих дамагера отъехали. Дальше что делать уже? Неизвестно. Регенерация. Один. Фух. Да. Как-то прям печально стало. Слушай, лучников я прям зауважал, они крутые. Хотелось бы аналог в нормальном берсерке. Ну, в смысле, в нормальном. Это ну, тоже понятно. Нормально. В большом. Так, копейщик. Может пойти на 2 и сделать через ряд вот по этому. 2, 3, 3. И травануть его, да? Может. Ну, что вот с этой падалью делать, я теперь вообще не знаю. Потому что этот не сможет метание по нему делать. Вплотную стоит. Угу. Как бы навалиться, ну, поэтому тогда и прыгнет. Навалиться логичнее бы на продамаженного, но там еще десятка. Десятка это в теории тут 2. Тут 2. Тут 2. Это 6. Вообще без понятия, как его теперь добивать. Это при лучшем раскладе 6. Там у тебя еще на защиту встанет этот, ясное дело. Ну и чего, и одного я даже если уберу. Ну его надо убирать, потому что если я его не уберу, то все, это как бы... Три разряда пролетит. Три разряда, это смертельно. Да. На 2, 3, 4. Давай мы ему сначала повесим что-нибудь. Кто мне может повесить? Лизард-визард. Яйца на сон. Раз, 2, 3, 4, 5. Дальность позволяет. Разряд ему. Угу. Два это слабый у нас идет. Да, это один. Один и горение. Угу. Один. Так. Плюс один к метанию по русам с горением. Ага. Помню такого. Сюда давай отойдем. Угу. Куда ты, ящерица сыкливая? Сейчас узнаешь. Иди, отведай байкальского яички. Вот 2. Она. 3. Ну, в смысле... Плюс 1, потому что от горения. Окей. 8. Так, ну, 8. Ну, в принципе, 1 ему осталось внести, да? И от горения он отъедет. В смысле, у него всего 8. У 14. А, фу, блин. Всего 8. Ага, 8. Не, ну... Это ты считал, что тебе надо 10 да, внести, да, да, но да, ты да, пока да, внес да, не 10. Да. 4 всего. Так, ну считай 9, да. Сейчас еще от яда мы ему ядик еще накинем. Ну, то есть надо 5 ему внести, чтобы он уехал. Ну давай, 1, 2, атака через ряд.
Что такое, а? Один. И перемещаюсь отравление. Один. Плюс отравление. Так, у него 9. Что делается? Ну, этот по закрытому. Хотя не, подожди, нет, постой на месте. Сейчас вдруг, если кто промажет, лучше еще раз туда проатакуем. Так, ну там защитник встанет на защиту. А мы сделаем раз, два, и атака внезапно вот сюда. Ну, окей. Ты что, ты слабый удар. Один. Ящер неудачник. Лучше бы промазал, блин. У него там 9, да, всего? Да. Он не настолько крут, как многие думают. Капец. Не, ну да этот долбоящер точно сюда бьет. Ну бей. Не могу тебе этого запретить. Да пипец! Слабый один. Это уже не смешно, блин. Кидался, блин, единичек. Так, итого 8, 9, 10, плюс 2, 12. То есть, ну, еще 2 надо ему накинуть каким-то макаром. Да. Ну, это только яйцеклад может сделать. По-хорошему. А как он сделает это? Подойдет. Единичку только может. А, метание у него ж на 1. Да ё-моё, никак. Ты его спасаешь, да? Ой, как все плохо-то. Филиппа ящеру так пошел. Не, ну ему один хрен надо. Ну надо, конечно, надо. Убивать-то его надо. Чтоб фишки надо накапливать. А че, куда ты кидаешь? Один кидай, да, и фишку на 2 переворачиваю. Да, есть такая буква. Так. Ну, этот просто сюда встанет. Как ни печально это звучит, но ходи. Все карты в руки. Так, двоечка. Угу. 13. Не, пускай будет вот так. Одного не хватило. Одного не хватило, прикинь. Ну, сейчас он, блин, своими выстрелами тут положит всех. Да, вот из-за этого броска я просрал кучу дамага. Ну, поехали, начнем с... Давай мы его полечим, а то, чтобы он не грустил. 2 и вот это. Угу. Потом 2 фишки потратил. Угу. А, подожди, давай мы походим вначале. Мы можем его в угол загнать. Подожди, пока 2 фишки тратить. Тихо. Надо все продумать. Мы можем его сюда поставить. Дальность 3. Это 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не, надо вот этих убивать. Двоих. Потому что по нему ученики достают. 1, 2, 3, 4. Да, ну первому вот этот вот хватит. Но в любом случае надо его уводить. Поэтому... потом я не смогу сделать хитрожопый захват яйцами. Так, подожди. Да, разряжается он здесь на месте. Так, 3 или менее разряда на 2, 3, 4, дальность 3, только по разным ящерам. Поехали. 1, 2, 3. Угу. Больше. Подожди, вот это он еще может, яйцеклад. Может, он будет сейчас призывать. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Подожди, сюда не может. Они рядом стоят.
Правильно? По разным тебе главное. А, эти не может, да, они же это разряд, он дальняя атака идет. Нельзя. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть он только вот этих только двух. Только этих двух. Вот, все, отлично. Все, фигачим, без проблем. Меня устраивает. Так, первый пошел. Слабенький. Это два. Два. Угу. И потому... Это средненький. Это три. Угу. Это уже лучше. Три. Три. Вот этот лучник. Раз, два, три, четыре сюда. Мне защиты от выстрелов нет. Нет. Бабах. Три это один, но плюс один это два. Оп. Угу. Это три осталось. Три осталось. Угу. Так, уже проще. Еще проще. Блин, призовет. Ну ладно. Ничего с ним не сделаем. О, ну появится еще один яйцеклюй. Я на тройку рассчитывал. Ну, ничего страшного. Чё ж теперь сделаешь? Тут, как говорится, хочешь гойда, получишь... Ойда. Ойда. А, так. Пошли душить змей. Раз, два... Сюда. Угу. Оп. Три. Мне плевать. А, ну да. Это такой чувак, которому пробивной. Можно единички кидать. Страж Гипербореи пришел. Так. Триньк-триньк. Повернулся через ряд на него. Этого открыл. Это не может быть. Куда ты пошел? Да 4. Что ты будешь делать, а? Так. А, ну это труп. Хорошо. 7 из 10 у меня. Да, да, этот трупчик. Это трупчик. Раз, два, три, четыре. Сюда еще можно куда-нибудь бахнуть что-нибудь. Бахай там регенерацию. Так. Еще один. Ну, регенерация 2. Так, он сюда дойдет. Подожди, а кто змея бил? А, его не били еще. Ничего не били. Этот еще не ходил, правильно? Этот нет. Защитник тайги нет. Так, ладно, давай. Раз, два, три в него. Угу. Это один плюс один, это два. Угу. Это девять. Два. Один остался. Все, угу. Если что, защитник тайги добьет. Блин, прикольно так играть с мобильной колодой. Хотя защитник тайги должен защищать тайгу-то. А не херней заниматься. Давай вот так посмотри. Не, подожди, тогда мне это все пропадет. Так, там можем еще неплохо.
Ладно, это потом. Можем туда еще попробовать. Если я его добью, останется там, но там троечку несу. Да, давай, нормально. Подошел. Ну, я кидать не буду, тут одна осталась, добил. Эх! Угу. Теперь смотри. Раз, два, три. Ему три. Ах ты гад. Попрыгучий. Ну, чтоб ты там это... О. Угу. А то сидишь там с регенерацией обнаглевший. Так. Ну все, теперь ходи. Атаковать не будешь им, да? Ну ладно. Кем? Этим. Нет, пусть стоит. God. Ему так. По кайфу вот просто прыгать. Регенерация. Да. Больше регенерации нет. Так, ну шо. У этого по итогу 11. 11. Три ему осталось. Всего на все. Его там никто ничего. Ничего вообще. Никто делать ничего. Никто его не любит. Никто надо его не... его досношать он, уже. Он свое дело сделал, ему нормально. Доснашивай. Да. Вызвать можешь какую-нибудь фигню. Я вызову, обязательно вызову. Сначала хилера мы. Давай. Мы контрапупим. Мочи. Все, давай, наверное, вот сюда. Давай. Ну, это так, по чуть там. Сейчас единичку нанесу. Ну, не может, факт. Два. Два. Ну, смотри, что-то. Пять больше из девяти, да? Угу. Так, 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 так. Горение жопы делать, не делать. Горение жопы? Горение жопы ты убил моего чувака. Не, ну, в смысле? Давай, да, будем заходить в тылы. Раз, два. Ну, так сюда. Логично. Да, давай. Слабенький один. Один. Есть такая буква. Вот этим просто добавлять горение, не добавлять. Сколько ему там, блин? 12 осталось. 2. Ну, сейчас этот приедет, блин. Он на 2 ездит. Да, душить змея пойдет. Кто душит змея по утрам, тот выступает мудро. Вот там написано. Угу. Да, блин. Растыка. Ой. Ой. Старый стал. Уже даже достать не могу. Через рядник этот разворачивающий тоже напрягает. Он классный вообще. Имба просто. Удар через ряд на 2-3-4. Господи, где такие карты большой бестерки? Ну тут в этом и прикол. Они имбалансные эти карты. Сделаны по приколу, поэтому. Ну да. И нельзя ими пользоваться. Ладно, поехали. Давай. Сюда. Ага. Один и горение. Один и горение. Ну все, он умрет. Точно. 13 у него сейчас 6. 11, 12, 13. Все, зашибись. Да, он умрет. Эта падла умерла. Да. Так. Кто следующий, сказал заведующий. Блин, тут ближники зашли, это вообще жопа. Этого закрывать не хочется. Ну, придется, видимо. А, у этого направленный, тем более, чё ему. У души змея, да. Угу. Он хочет этого змея, он его душит. Ты не можешь ему другого змея подсунуть. Да в том-то и прикол. Для душения.
Ладно, окей. Ой, что я делаю? Призываем. Давай. Рептилоид. Сейчас пацанчики с Нибиру подлетят. Чё там? У него где? Бонус в защите. При вызове из колоды рептилоид получает плюс один к простому удару, плюс один к движению до конца хода. Окей. Движение у него на 2. Я еще могу его сюда призвать. Ну, короче, на соседнюю с призывающим. В открытом, в закрытом призывается? Он я может сразу ходить. Да, это точное правило, недавно снимал. Он призывается, может сразу... Ну, иначе его смысла, свойства его нет. Даже у этого ящера он до конца хода получает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут все открытые, блин. Чё? Не-не-не. Вот ты увел. А, да давай, блин. Давай, рептилоид, иди сюда. Поговорим, как мужчина с рептилоидом. Где твои пацанчики с Нибиру? Так. Ага. Этого валю. Ну, давай. На. Я твой родственник. 2. 2, окей, что-то. 2 на нет, что жаловаться. Ага. 2 нет. Ну, окей. Так. Превысил на 2. И у меня плюс 1 к этому удару. Средний. Средний слабый, либо слабый промах. Ага. Ну, слабый с плюс 1 это 2. Слабый промах. Назад ты троечку, конечно, нелогично получать, потому что понятно, что ты слабо выглядишь. Так, что у меня тут остается, херня остается, да? Ни горения, ни хрена там нету. 2.15, тут шансов, конечно, вообще нет никаких. Там эти, блин, эти сейчас начнут душить змей. Эх! Жизнь моя жестянка. Живу я как. Ну все, ходи. Так, умер. Этот умер. Прощай. Ты был славным воином. Русь будет помнить тебя. Угу. Так, ящер обломащер. Что ты мне метнул? Ну ладно, странно. Ну, чтоб на защиту, если что, поставить. Ну, дальше. У тебя яйцеклад, конечно, долго уже. До второй кладки не доживет. Да не доживет. Там лучники, конечно, разберут. Так. А, там же у тебя с направленным. Блин. Ну ладно, короче, посмотрим. Сколько у него? 5, 8. У этого? Да. Да, 3 осталось. Ну давай, чтобы он сильно не мучился. 1, 2, 3, 3 ему до свидания. Ты со своим прыгуном, блин, я забыл про этого прыгуна. Вот, это я потом про него забуду. Он мне гадость какую-нибудь сделает. Но мне надо? Нет. Раз, два. Раз, два. Сюда. Три. Тут это же может и единички кидать. Да, это тот, которому можно. И он их кидает. Замечательно. 6. Этот удар через ряд открыл его. Ну, главное теперь, чтобы он не сплоховал. Вот ему... Да! Вот, 4. Все, короче, я поздравляю вас с блестящей победой. Тут, да. Ящеры быстро отмучились, в принципе. Вот. Ну, по самому набору хочу сказать, что, в принципе-то, прикольно. Прикольно, то есть, как для разнообразия погонять можно ради фана. Колоды, я не могу ничего сказать про баланс этих колод, потому что, ну, просто кубики сейчас, да, у нас прям
Да, ну и плюс, видишь, у меня отряд такой, вот, они очень целенаправленно выстегивают очень сильно, хорошо. То есть у меня лучники хорошо выстегивают, вот этот с направленным ударом, этот попрыгун добивает тех, кого надо, своим прыжком. Да, да, да. То есть я вот и собрал такой отряд, который вот прям целенаправленно всех выносит. Вот такой. Ну, не знаю, мне по набору тоже, мне понравилось. То есть для тех, я бы, знаешь, как сказал, для тех, кто хочет вообще попробовать, что это такое берсерк. Потому что здесь, ну, полноценный берсерк. Здесь ничего-то не урезанное, ничего. Да, здесь нет там летающих, например, или есть у тебя в колоде летающие? Нету. Вот, тут, по-моему, нету летающих, убрали их. Ну, окей, ну, итак, у вас есть два полноценных отряда. Ну, с ними, единственное, к сожалению, нельзя начать играть в, как это, в большой берсерк, потому что они запрещены везде. Ну, это такой чисто фановый. Фановый, да, набор. Да, потому что, ну, как бы, я сам себе его тоже заказал, мне он приедет, когда он как бы уже вышел, но я еще и заказал и новый сет. Ну, чтобы два раза за доставку не платить, я говорю, ну, вы там это, когда новый сет выйдет, когда и вы мне всю посылку все вместе пришлете. Вот, поэтому я жду, у меня еще тоже появится. Отличный набор, классный. Его можно давать, например, друзьям. Друзья такие, там, типа, а что такое там берсерк? Ты им даешь вот этот вот набор? Просто вот, говоришь, нате, попробуйте. Там уже две готовых колоды, вам ничего думать не надо. Там нет вот этих переусложненных правил, там, летающих нет, там еще, ну и ладно, он полноценный, здесь и выстрелы, и атаки, и все есть, вот тут даже новую механику специально для этого сета сделали, горение вот это вот, его нет в большом берсерке. Горение жопы, ну прикольно, интересно, это аналог молодцы. Яда, по сути. И здесь есть все, у вас есть фишки, которые вы можете использовать в большом берсерке, без проблем вообще, у вас колоды. Единственное, это кубик, я до сих пор не понимаю, почему положили один кубик. Если для игры нужна два... По очереди кидать. По очереди кидать, наверное. Но это неудобно. Ну, конечно, неудобно. Ну, как бы, ну, это... Наверное, единственное, к чему может придраться, ну, ёлки-палки. Ну, второй кубик жалко, что ли. Ой, ну, сколько он стоит у вас за кубки? 15 рублей? 10? Да каких 15? Он копеечный вообще. Копеечник. Могли бы положить. Ну, ладно, это уже как если, типа, придираться. А так вообще прикольно. Мне понравилось. Про баланс судить сложно, чтобы понять баланс, нужно партии 10 сыграть и посмотреть, как оно что играется, потому что непонятно. Но на мой взгляд баланс есть, потому что и у ящеров есть флащеры классные, но просто Филу не удалось его реализовать. Быстро умер мой босс, тут еще прикольно, вот ящер-великан с 17 жизни и атаки 4-5-6, причем это серебряная восьмерка. Вот, хорош. Всех в паре с этим боссом. Да. Вот, то есть, не знаю, мне кажется, есть баланс, потому что ящеры, они такие больше на дальний бой, то есть мне повезло, что у меня вышло три лучника этих, а так тут в основном ближний бой, вот эти. Ну, типичные степи, типичные леса, горы, прям типичные. Узнается даже стиль в стихиях большого берсерка, реально. Не, у ящеров, безусловно, есть свои преимущества. Стрелки у них, которые тоже отравление делают. Это два горения вообще наносят русу. Вот этот мерзкий, которого ты убил, я специально его в центре ставил. Ну, ты понял, что его надо быстренько убирать, иначе, ну... Да, иначе я задолбаюсь там с минус 1. А я как раз-таки от плохих бросков кубика его туда и ставил. Я думал на старте разыграть блиц хороший с вот этим... То есть зайти своим боссом, нанести твоим главным дофига дамага, сразу выключить их. Но это не удалось, как бы. Кубик решил иначе. Ну да. Вот. Ну, такая а вот так игра, вообще, да. у них много прикольных карт. Генка кислютый тоже мерзкий. Стоящие рядом русы получают на одну рану больше от горения и отравления. Но он мне не пришел в стартовой раздаче. Хорош. Но он семерочка стоит дорого с регенерацией. Но ты типа его просто комбишь с теми, кто горение и отравление. И типа раз, ты тем более первый ходишь, ты горение, отравление накидал, Генка здесь в центре, и все, ты начинаешь ход, у тебя эти... Ящерам, кстати, прям надо ходить первыми вообще, у них почти все, ну, прям надо первыми ходить. Да, да, ну, ладно. Да, и это еще вот как гейтвей тоже хорошо, там многие знают эту игру «Русы против ящеров». Ну, а ты пришел, ребят, настолочка есть, давай зарубимся. Да. И подсадил их. На классический берсерк внезапно. И потом еще и этот бустер им подарил.
А они... почему они с бустером с 12 картами? Ну так, это, по-моему, ну ладно, пойдут еще купят. Ну может, да. Ну, типа, так вот. Что вот так, друзья. С вами были Филипп Денис, канал Твой Игровой. Не забывайте подписываться на нас на Бусти. Там видео выходит чуть-чуть раньше, чем в общий доступ. Всем бустерам огромное спасибо. Не забывайте про лайк, там все дела вот эти вот. И всех обнимаем, любим. Пока, до новых пока. Встреч, друзья, пока. Эх! Расы! Ящеровский. Наебукал меня.